Приветствую вас, аноним. Ага, давайте мы с вами разберем то, что вы написали. Значит, в августе от меня ушел муж. Кризис среднего возраста. Ну, здесь нужно сразу сказать, что кризис среднего возраста сам по себе. Это, в общем и целом, довольно серьезная такая вот психологическая проблема. Вот. Которая нуждается в том, чтобы с ней работать. Ну, то есть, чтобы с ней работал именно психолог. Да? Вот. Это первое. Это первое. А второе. Если честно, я думаю, что дело здесь не в том только, что у мужа кризис среднего возраста. То есть да, он вам это говорит, и я, в общем-то, верю в то, что, ну, отчасти это так, вот, но не только в этом. То есть обычно, когда кризис среднего возраста, люди, ну, все-таки, да, страдают, да, мучаются, но уходить из семьи, это, на мой взгляд, это явно перебор. Вот. А это означает, что проблема, скорее всего, не только в этом. Это означает, что проблема, скорее всего, она с чем-то еще. Вот. Но в чем проблема? Конкретно, в чем проблема? Ага, пока непонятно. Потому что практически, нет никакой информации о вас и о муже, собственно говоря. Вот. А очень бы хотелось, чтобы была эта информация. Вот. Поэтому первое, с чего вот хочется, наверное, начать, да, это именно с того, чтобы вы более, может быть, подробно хотя бы сами для себя, хотя бы сами для себя определили бы, что с вашим мужем, да, было вот не так. Какие у него могли быть проблемы. Вот. Потому что, еще раз повторю, люди так просто из семьи не уходят. Да, ну, тем более, что все-таки вы прожили с ним, ну, довольно долго. 25 лет. Вот. Так что это вот первый момент. А момент второй. Момент второй. Вы пишете, что с января он вам, значит, стал звонить, да, и говорить, что ему плохо, да. Стал звонить и говорить, насколько ему там плохо. Опять же, вы меня, конечно, извините, да, вот. Но там плохо. Это где? Там это где? Плохо. Понимаете? То есть, куда он ушел?
кому он шел. Вы могли бы ему задать вопрос, вполне логичный. Ну вот, тебе плохо, что ты собираешься с этим делать? Да? То есть вот. Первое, что нужно, это просто разговаривать с мужем по-взрослому. То есть вот он говорит, что плохо ему. Вот я ушел, мне плохо. Вот. Хорошо. Почему тебе плохо? Ну ты же ушел. Чем тебе плохо? Что происходит? Что не так? Что не нравится? Понимаете? Что не устраивает? Да? Вот в таком ключе первое с мужем, первое, что нужно, в таком ключе с мужем говорить. Вот. обсуждать, грубо говоря, то, что вот, происходит между, ну, у него сейчас хотя бы обсуждать то, что происходит у него, вот, чтобы он увидел, что вы к этому спокойно относитесь. То есть не то, что вот вы пишете, да, что вы рады его видеть, это не то же самое, а именно обсуждать, что конкретно ему плохо и что он готов с этим делать. Вот. Потому что пока ваш муж выступает, ну, исключительно в роли, знаете, такой жертвы классической. Дальше. Значит, ему плохо, но вернуться домой он не может, потому что ему стыдно. Так, ну, здесь осознанно или нет, скорее всего, нет. манипуляция вами идет, потому что человек говорит, что мне плохо, ну, судя по всему, очень плохо, вот, раз он звонит вам. Но при этом он ничего не делает, чтобы эту ситуацию исправить. То есть он как бы ждет, ему одному известного стимула. Но вы, к сожалению, может, к сожалению, может и к счастью, тоже как посмотреть, вот, вы не телепат. И вы не можете знать, что мужчине нужно. Понимаете? Вот. Поэтому все-таки вы можете это спросить у него, вот, что ты хочешь, чем я могу тебе помочь. И он вам либо скажет, да, либо нет. То есть, если он, например, ну, ушел, значит, например, к другой женщине от вас, допустим, то первое, что нужно ему предложить, это пожить отдельно. То есть, если тебе плохо, уходи от нее. Поживи отдельно. Побудь один. Подумай о том, что вот от меня ты ушел. Сам себе плохо, где ты сейчас. Вот. Значит, что? Ну, что? Ну, наверное. Ты что-то делаешь не так. Наверное, да? Ну, в общем, логично, мне кажется. Вот. То есть, вот нужно проанализировать.
помочь человеку правильно сделать. То есть, понимаете, если он придет к вам сейчас, ну, вернется к вам, хорошего не будет ничего. Потому что кризис ведь среднего возраста, кризис начал, да, он, ну, он так просто не отпустит, если он именно начал кризис. Вот. Поэтому даже не рассматривайте вариант возвращения мужчины к вам. Вот это все равно, что ну, в общем, навредить ему. Вот, вот так. Если вы не хотите этого, и не хотите ему навредить, да, вот, то я рекомендую все-таки склонить его к вот, идее, чтобы он хотя бы, ну, недолго, да, пожил один. Вот. Далее, домой не может вернуться, потому что стыдно. Да, стыдно. А стыдно. Почему? Стыдно, потому что всего ты хотел. Вот. Свои желания адекватно не реализовал. Потому и стыдно. Вот. Ну и дальше вы пишите о том, что мужчина говорит, что недостоин слов, которые вы ему говорите там и так далее. Вот. Это, конечно, заниженная самооценка у него. Вот. Это определенные проблемы. И вот здесь нужно понять очень важный момент, что вы для своего мужа не являетесь психологом. Никак. Поэтому если он чувствует, что недостоин и все такое, порекомендуйте ему обратиться к психологу за профессиональной помощью. Вот. Он с психологом поработает, и это поможет ему решить свои сложности и проблемы. И он уже тогда сможет определить, что ему нужно, чего он вообще хочет от, ну, от жизни вообще. То есть, хочет ли он таки, например, вернуться к вам, хочет ли он остаться там, где он есть, или, может быть, он хочет там чего-нибудь еще. Вот. Да, какая разница? Главное, что вам нужно понять, это то, что вы для него не психолог. И психологом для него вы быть не можете никак. Вот. То есть он должен сам решать свои проблемы. Вот. Только так может что-то получиться. Только так могут получиться здоровые отношения. Чтобы вы не повторили те ошибки, которые вот, ну, у вас уже есть. Вот. Дальше. Так, говорю ему, что рада его видеть, он бледнеет, говорит, что недостоин этих слов, я очень его люблю, хочу, чтобы он был со мной. Ну, понимаете, вот ваши отношения в целом к тому, что произошло, оно вызывает вопрос.
ибо вы, на мой взгляд, ну, либо слишком сильно нуждаетесь в мужчине, либо не воспринимаете его, его всерьез до конца. Потому что человек от вас ушел, именно ушел. Ушел из семьи, да, вот. И если он ушел из семьи, то это удар не только по нему, не только по нему. Это удар и по вам, в том числе. Ну, тоже, понимаете? И если это удар по вам, то мужчина должен почувствовать ответственность за то, что он сделал. А у меня нет ощущения, что вы даете ему почувствовать эту ответственность за то, что он сделал. Понимаете? Вот. И если он вернется сейчас, без вот понимания того, что вам тоже было плохо, без понимания того, что вам тоже было не по себе и так далее, то он очень быстро может уйти опять. Очень быстро может уйти в нос. То есть очень быстро опять вы можете столкнуться с этой же самой проблемой. По сути. Вот. Что я думаю, точнее, чего я думаю, вы не хотите. И уж коли так, то дайте мужчине понять, что у него проблемы. И что ему нужно над этим работать. Пусть работает. Пусть работает над этим. Пусть делает что-то. Хорошо, ему стыдно. А стыдиться действительно есть за что. Это да. Пусть исправляется. Пусть корректирует, пусть разбирается в себе. Ну, это же правильно, как вы считаете, понимаете? Иначе, если вы слишком легко его вернете, да, или убедите его вернуться, без затрат его ресурсов, вот, то он не будет это ценить, то, что вот, ну, то, что у него есть. Он не будет это ценить, не сможет. И вам это нужно? Я думаю, нет. Вот. Дальше. Я его очень люблю, хочу, чтобы он был там со мной. Зачем? Он ушел. Он сделал выбор. Вы считаете, что он совершил ошибку? Да. Возможно. Возможно, он действительно совершил ошибку. Возможно. А что если нет? Что если
это была не ошибка. А что если это было, ну, скажем так, поведение человека, обусловленное конкретное поведение человека. Вот что если так? Понимаете? То есть тут еще и ваше желание ведь есть, и их тоже нужно учитывать. Сможете ли вы доверять своему мужчине? Если, ну, вот такая история происходит, сможете ли вы довериться им вновь, например? Понимаете? Вот. Мне кажется, что это важно. Мне кажется, что без оценки этих аспектов нельзя отношения восстанавливать. Вот. Дальше вы пишете, как правильно вести себя, чтобы муж скорее вернулся. Если вы хотите, чтобы он вернулся к вам насовсем, то как себя вести, я сказал. А если хотите, чтобы через какое-то время опять у вас возникли проблемы, или вы допускаете это, то ведите себя, как вы себя ведете. Это больше похоже на поведение мамы, поведение родителей. Это больше похоже на родительское поведение. Вот. Ну, с вашей стороны. Это больше похоже на родительское поведение. С вашей стороны. И, возможно, именно по этой причине, возможно, именно по этой причине, мужчина и ушел. То есть, потому что вы были для него родителем. Ну, то есть, вы его подавляли. Отчасти. Ну, в той или иной степени, да? Вот. Подавляли его мужское эго, например. Вот. Вот он ушел сейчас. И понял, что не может, например, жить так, как жил. Ушел, потому что понял, что не может жить так, как жил. Ну и заново, как он жил, ему тоже не комфортно. То есть и так плохо. И это само по себе не идет. С этим надо работать. Ему работать, а не вам. Так что, выбирайте. Выбирайте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.